Привет из города, из Тереквеницы, с пустого пляжа. Немного по магазинам, счета, все дела. В общем, как всегда, на 100 мест бегаем. Решила зайти в аптеку местную, посмотреть, что там у них есть с валерьянкой, потому что я эти дни половину запасов уже уничтожила. И я покупала валерьянку комбинации, там ромашка, еще какие-то травы. В общем-то, классно, мне нравится, но быстро это дело уходит, маленькая баночка, там, по-моему, меньше 50 мл, и стоит она около 25 где-то кун или 30. И зашла спросить, чистая валерьянка здесь сотню, другой вид, который я раньше спрашивала, значит, также сотню стоил, ну, там, получается, прям чистая, концентрат. И вот такую вот нашла, это вроде как тоже валерьянка, тоже почище микс этот, корень там какой-то для сердца вроде полезный добавлен, а так, в общем-то, должно было выйти больше валерьянки, чем в прежних каплях, которые я покупала. Ну, тоже протестирую, посмотрю. Смотрю оливки в центре города. И у нас соседи собирали, один много, он на кырк отвозит, делает. Правда, вот это я собрала, эту дикую из города. Так, не зумирует она мне. А у нас зеленые у соседей. И вот на кырк увозят специальную домашнюю, там, скажем так, лабораторию. Будут прессовать и делать домашнее оливковое масло. Сегодня погода пасмурная. Утром дождь моросил. Но, в общем-то, у нас тепло. Такое больше весеннее, чем осеннее или зимнее настроение.
Давно у нас не было дождей, давно не было тумана. Видно, как вот здесь прям по горам, по верхушкам стелится. Но у нас очень тепло. Ух. А море вообще внизу не видно. Прям все закрыто. Даже города, в общем-то, не видно здесь спереди. Море, панорамы, Истры. Просто ничего нет. И церковь звонит, и собаки лают. Такое ощущение, что я в какой-то книжке, блин, Тургенева. А вот так бывает, когда туман доходит до самого дома и врывается в дом. Вообще ничего не видно.